Electronic мультиконфигуратор представляет. Я покажу вам горизонт. Наличие огромного количества роликов о плоской Земле просто поражает. Что еще более поразительно, это количество поверивших последователей, которые, не проверяя ничего и не веря ничему, как обезумевшие догматики, веруют в ложь. Я познакомлю вас с одним из таких поверивших, но проверивших и убедившихся в том, что вам врут. Ссылка на канал этого человека в описании под роликом. Ну а я, правда, без разрешения автора, сделаю вам небольшую нарезочку из роликов его канала. И начнем мы с тех, кто вам рассказывает про плоскую Землю. Очередной эпичнейший фейл от конспирологов рассказываю. Человек под ником The Potter's Clay, тот самый западный плоскоземельщик, из-за которого я впал в заблуждение по целому ряду вопросов, на этот раз сам впал в заблуждение, насмотревшись теперь уже моих роликов, причем по собственной глупости. Как вы знаете, некоторое время назад я опроверг тот самый эпизод с призрачным астронавтом, с которым плоскоземельщики носятся уже который год, тщетно пытаясь что-то доказать. Так вот, этот тип под ником The Potter's Clay явно посмотрел этот мой ролик с опровержениями. Но вот беда, парнишка не владеет русским языком. И по всей видимости он решил, что это не ролик с опровержением данного эпизода, а самое что ни на есть доказательство фейла НАСА. В общем, этот тип позаимствовал кадр из моего ролика, но это явно моя работа. И, что самое смешное, он угнал ту часть, где я воспроизвел данный эффект, чтобы наглядно доказать, что это не глич зеленого экрана, а просто видеопереход. Но он уверен, что вот этот момент, где астронавт исчезает во второй раз, взят именно из видео НАСА. Боже, какой позор. Но вообще так ему и надо. Кара небесная. Этот человек как раз и является одним из тех, кто вырывает какие-то моменты из контекста и совершенно ни в чем не разбирается. Ведь никто из них даже не будет искать то самое видео, из которого этот кусок и выдрали. Никто из них его в глаза не видел. Вот уровень конспирологии. Вот уровень плоскоземельщик. Кстати, этому человеку в комментариях я неоднократно писал о том, что он не прав, что он размещает недостоверную инфу, но он и слышать ничего не хочет. Типичный плоскоземельщик-фанатик. Еще раз говорю, так ему и надо. И да, если кто-то хорошо знает английский, напишите ему там, что он знатно облажался, ссылку на ролик я оставлю в описании. Еще раз повторяю, не верьте никому и проверяйте все сами. Сами видите, конспирологи, как правило, ничего не проверяют перед тем, как выложить. Теперь давайте разберемся, что там со звездами и планетами в ночном небе. Секрет оказался очень прост. Все дело в настройках резкости, а точнее фокуса на фотоаппарате. Если правильно настроить тот же фотоаппарат, то картинка получится совсем другая. We'll be right back.
Думаю, с фокусом разобрались. Теперь попробуем разобраться с кривизной линии горизонта.
Итак, кривизна нашлась. Теперь поищем доказательства. Угол теодолита выставлен в точности на 90 градусов, и если горизонт действительно на уровне глаз, то он должен попасть точно в перекрестие. Или даже чуть выше из-за рефракции атмосферы, которая приподнимает его вверх. Но прекрасно видно, что он на самом деле гораздо ниже. И если наклонить объектив прибора, то окажется, что горизонт находится на 2,5 угловых минуты ниже, чем должно быть на плоской Земле.
Third strike.